До 57 градусов при необходимых 70 подняли температуру в теплоцентрале Ридера. По состоянию на утро 9 ноября в работе 3 из 6 котлов ТЭЦ. Сейчас их поэтапно разогревают, идут гидроиспытания. К слову, часть оборудования удалось оперативно заменить. Прибывшие на помощь местным специалистам сотрудники 12 промышленных предприятий Усть-Каменогорска и Ридера в несколько смен заняты восстановлением 6-го котла. От местного горно-обогатительного комплекса на проблемную ТЭЦ доставили ремонтные спецприборы и 150 тонн мазута. До 15 ноября ремонтные бригады ставят задачу полностью отремонтировать 4-й котел и выйти на необходимые для зимнего периода работы выработки тепловой энергии. Все экстренные ремонты инициированы представителями экстренного штаба. Частная ТЭЦ Ридера капитально не ремонтировалась уже несколько лет. Износ оборудования достиг критических 86%.